такая яркая и зажигательная атмосфера праздника и позитива царила на 4-м открытом республиканском фестивале любительского художественного творчества «Берестея запрошая». Индивидуальные исполнители, ансамбли, группы и коллективы демонстрировали свои таланты в 7 номинациях. Это фестиваль традиционный. Мы его начинали вначале здесь как городское, потом областное, вот сегодня статус республиканского фестиваля. И каждый год все больше и больше участников приезжает сюда, заявляя свое участие. Поэтому мы и организуем здесь, во дворце, такие фестивали, такие конкурсы, чтобы предоставить площадку детям, членам профсоюза, независимо от того, они мастера своего дела или только начинают. Все коллективы тогда движутся, набирают какие-то обороты в творчестве, в сценическом мастерстве, в исполнительском, когда они задействованы то ли в фестивалях, то ли в концертах, то ли в мероприятиях. Поэтому основная цель – это, естественно, раскрытие талантов. Это какой-то мастер-класс для и для самих руководителей, и для ребят. Всего порядка 200 участников из Брестского региона, Минска и Витебской областей представили свое творчество в вокале, хореографии, инструментальном, театральном, изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, а также оригинальном жанре циркового искусства. Мы представляем коллектив «Крыничка». Мы танцуем танец «Бульба». Мы будем сегодня выступать ярко, красиво и очень весело и задорно. Мы хотим сегодня понравиться жюри и зрителям. Как будто танцуешь для себя, но не только. Танцуешь это для зрителей. Награждение проходило сразу после всех выступлений в каждой из номинаций. Выбор был непростым, ведь все участники приложили максимум усилий, чтобы порадовать жюри и зрителей, а также раскрыть свои яркие таланты. Я в этом конкурсе участвовала не впервые. В прошлом году я участвовала в ансамбле, а сейчас в соло. Мне уже получилось занять первое место. Тут я участвовала впервые, потому что я посещала маленькую звездочку и другие конкурсы, но этот конкурс мне понравился больше всего. От по-настоящему светлого праздника у всех останутся самые яркие и позитивные впечатления. И хотя этот год стал рекордным для фестиваля по количеству участников, его географию планируется расширять и дальше, ведь творчество не имеет границ. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.